Ребятки, всем доброе утро. Мы сегодня с детьми утеплились, но Семе надели новые теплые ботиночки, старую куртку, как старую, прошлогоднюю, он ходил в ней всего-то ничего, месяц, наверное, два. Она ему впритык. Нет, мы ее оставили, потом ее Сеня будет носить. Вот, и это... Ну, на свалку вещи не обязательно выкидывать, если они еще хорошие. Хорошая, она же нормальная еще. Вот, в общем, одела я ему эту на тонкую кофту, но мы ненадолго. Я не знаю, замерзнет он, не замерзнет, но всю зиму он точно не сможет в ней проходить. Но пока новая не пришла, пока походит в этой. Ну, хотя, блин, не знаю, мне кажется, что она ему и нормальная. Но я обычно ему с теплой кофтой одеваю. Беговел. Или оставить в этой. Ну, беговел, все, мы уже набеговели скользко. Очень. А Арсюша у нас тоже тут сидит в зимнем комбезе, в зимней шапке. И они были оба очень недовольны одеваться в зимнее. Особенно Арсюша, он очень сильно протестовал, прям орал. Снимите с меня это все. Мы сейчас идем до магазина, до банкомата и домой, да? Я, кстати, тоже одела зимние ботинки, потому что на улице минус 9. И это как бы не очень. Ну, хотя не ощущается минус 9. Но все равно, по прогнозам, так, прохладнее. Что за радость у ребенка? Ходить по снегу. Очень нравится. И вот не могу понять, нормальная ему эта куртка или нет. Потому что штаны от этого комбеза, они точно маленькие ему уже. А вот куртка вроде и попу прикрывает, и по рукавам еще есть запас. Может быть, мне ее отменить? Комбез купить просто штаны теплые. Ой, блин, ребятки, я не знаю. В раздумьях, что делать. А, тебе удобно в этой куртке ходить? Да? Ладно, может, какое-нибудь термобелье купить, которое такое флисовое, оно будет тонкое, и не нужно будет кофту с начесом одевать, тогда лишней толщины не будет. Короче, я еще подумаю, наверное. Ой, ребятки, я сегодня просто без конца занялась тем, что пытаюсь привести дом в более-менее приличный вид. Вот с этими двумя булочками. У нас очень долго шел мультик, потому что когда прибираюсь, я и Семен, и Арсений оба ничего не делают. Ну, точнее, не делают, играют и наводят обратно беспорядок. Я решила, пусть он подольше сегодня смотрит мультики, а я позанимаюсь делами. Но Арсений решил тоже. Сеня, Сень, иди сюда. Господи, ну там в прихожей играет, вам не видно, он горшок. И этот мячик, он с ними развлекается. И я пытаюсь вот параллельно с этим всем прибраться. Но у меня не получается, как вы понимаете. Сейчас я присела отдохнуть. На самом деле детская уже выглядит прилично. Мама. Туалет я помыла полностью. Мама, давай я опять уже бабе и... Ну, завтра. А ты со мной. Завтра. Они же завтра приедут. Но не... Да. И но потом почему? У меня в планах ванная. Нужно ванную помыть, но для этого нужно помыть беговел и самокат и убрать их в кладовку, потому что уже холодно и скользко кататься на них. Теперь до следующего года самокат точно, но беговел Семе уже в следующем году. Ой, будет маленький. Беговел перейдет Сене. А у Семы что-нибудь другое появится, да? А игрушка? Какая игрушка? На игрушке кататься разве можно? Ну. Кстати, а машинку мы забрали? У нас в колясочной лежала наша машинка. Я не помню, забрали мы ее или нет. Надо посмотреть. Мы ее должны были в этот... Мама. Арсюша, что он там делает? Мама, какую игрушку? Машинку-то. Помнишь, белая машинка была, на которой ты каталась раньше? Которую тебе дарили очень давно, еще на твой первый годик. Арсюша, оползи, пожалуйста, сюда. Он там пюрешку нашел в корзине. Неси сюда, давай. Давай нам. У меня покупки еще некоторые остались в коляске. Только основное взяла, потому что Сеня 2 часа спал там. Мы с Семой тут поиграли чуть-чуть. Я смонтировала влог на рукодельный этот канал. Ну, на Рутубе. О, не урони, пожалуйста. Мы их разобьем сейчас.
Мама, яйца. Давай делаем блины. Блины? Ой, все, мы хотели же печеньки сделать. Ну, давай блины. Ну, давай лучше печеньки, а блины в воскресенье сделаем. Давай сейчас блины. Нет, мама сейчас не будет блины делать, это надолго, а маме нужно еще в ванной все помыть. Да. Придумайте, так вообще. Мы... Сейчас мама помоет беговел и самокат, и потом мы будем с вами печеньки делать. Мама, давай другой надо только... пакет дать Таням. Какой? Игрушки, что ли? Да. Не, давай не сегодня, зайка. Если не, мы... давай не покупать, а другой пакет. Если мы их друг... достанем, их нужно будет мыть сейчас. Ну, давай мыть. Все, я не хочу этим заниматься, если честно. Сначала нужно беговел и самокат помыть и отнести туда. Потом все остальное. Ладно? Блин, все, если мы сейчас пакет достанем, значит, какие-то игрушки нужно убирать. Ну, давай убирать. Давай, иди вон там, достань черный пакет пониже. Пониже, в другом ящике. Да. Да, доставай черный пакет, бери. Боже. Да, и иди выбирай, какие игрушки будешь убирать тогда. Хорошо? В комнате выбирай, какие игрушки не нужно. Мама. Эту оставь, это Сеня играет. Ну, вот еще плюс одно дело, помыть игрушки из кладовки. Ну, хотя какие-то там были мытые. И возможно, что... мне не нужно будет мыть, если Сёма выберет именно тот пакет. Расюшка, ты выбрал пюре, да, я так понимаю? Ладно, пошла я развлекаться дальше со своей уборочкой. Мы делаем печенье. Сёма залез наверх, потому что до этого Сеня также сидел. Вот Сёма решил попробовать. Мы делаем сегодня кунжутное печенье. Это очень давно мне Ира скинула рецепт. Ира, привет. Мама, я здесь тоже посчитаю. Хорошо, давай считай. И я наконец-таки до него добралась. Но единственное, что у нас кунжута мало. Надеюсь, что все пройдет. Мы это не учли. Но сейчас ждем, когда духовка разогреется. Хорошо, это здорово, что так много. И будем выкладывать. Посмотрим, что у нас выйдет. Да? Надеюсь, что это отдельное. А, Арсюш, ты что психуешь? Что психуешь? Не закрывается? Давай закроем. Получился у нас вот такой вот контейнер печенья. Сень, ты чё? Делается очень быстро, просто, прям вообще, а на вкус классный. Я такое люблю. Такие хрустященькие, даже немножечко тают во рту. И очень вкусно получилось. Рецепт оставлю в телеграме. Сейчас пойду. Сейчас пойду. Сёма меня посылают укладывать Сеню. Сеня капризничает, а я домыла ванную. Заказала, кстати, еще еду на завтра. Тортик готовится. Я сама за ним, наверное, схожу тут рядом. Я решила заказать роллы и пиццу, потому что мне вообще не хочется готовить. Ой, что такое? Поесть все равно, ну что-то нужно посидеть так чисто для красоты, поэтому я решила заказать. Сегодня заказала, на завтра все будет готово. Поэтому я очень... рада, что все делается. Сейчас Сеньку уложу, покушаю, потому что я хочу спокойно поесть. Мне не хватает времени поесть, но зато все домашние дела, которые планировала сделать, я сделала. Единственное, нужно будет в кладовку отнести самокат и беговел, который я помыла. Но это уже легко сделать буквально 5 минут. Надеюсь, я справлюсь до вечера с этими заботами. Да, Арсюша? Поем, а потом Сенька проснется, будем монтировать влог. Потому что рукодельный влог вышел, а обычный не вышел. Да? Обычный тоже нужно смонтировать. Все, ребятки, день подходит ко сну, господи. Ну и ко сну тоже к концу. Я сейчас убираю тут последние остаточки бардака. Сёма начал чистить зубы. Арсюшка пошел играть, судя по всему. Я включаю, чтобы с вами попрощаться. Да, а то потом забуду. Уже будет не до этого. Поэтому всем пока-пока.